Да, кстати, по поводу двоечек, я рекомендую играть все же три воли, чтобы научить каждую руку отдельно играть двойку. Да, и потом соединить все это в двойке. Также важно знать весь диапазон, чтобы играть двойки ровно и чисто громко и ровно и чисто тихо. Следующим образом, просто когда лично я занимаюсь, я миксую несколько видов приемов для того, чтобы это звучало, ну что ли, по-музыкальней, не то, что там ты просто сидишь и долбишь эти двойки. Так совсем неинтересно, ты как просто как робот. А так ты так немножко подимпровизируешь. Ну, я сейчас покажу тебе, например. Как-то так.